Всем доброго времени суток. Сегодня мы будем вести репортаж в троллейбусе ЗИЛ-9659. Вот. Капитальный ремонт проходил недавно, ну как недавно, года уже 4-5 лет назад. Вот. Седьмой маршрут. Самый плохой маршрут в нашем городе. И троллейбусов, и трамвай. В общем, во всем городе самый плохой маршрут. Семерка. Это Югок. Югок, площадь освобождения. Табло не в том месте висит. Табло не в том месте висит.